всем семинаре мы с вами будем изучать теорию и практику самовосстановления, самооздоровления. Я буду рассказывать о том, как работает ваше тело, физиология вашего организма. Я буду рассказывать о том, как работает ваша психика, структура вашей психики, определенные вещи, которые она может и которые она не может и так далее. У вас появится, грубо говоря, коробка с инструментами, с помощью которой вы сможете решать какие-то свои проблемы со здоровьем тогда, когда у вас возникнет в этом необходимость. У вас появится возможность самому с собой что-то делать. Это возможность, которая есть далеко не у каждого человека. Что это значит? Это значит, что тогда, когда у вас будет необходимость какая-то, например, вы чувствуете, что заболеваете, или у вас есть какая-то уже застарелая проблема, с которой вы хотите разобраться, вы будете знать, какие упражнения, когда, как именно нужно делать для того, чтобы избавиться от этой проблемы, которая у вас есть, или для того, чтобы новые проблемы не появлялись у вас. И вот это вот самый главный плюс, который дает вот эта методика, вот эта система, возможность опираться на свои силы. Меня зовут Павел Баранов. Я большую часть жизни прожил на Сахалине, мне 31 год. Я преподаватель китайских оздоровительных методик, которые называются, есть такое слово для этих методик, называется цигун. И к этому слову мы еще вернемся. Я занимаюсь китайскими оздоровительными методиками с 16 лет. То есть примерно 15 лет я уже в регулярном режиме занимаюсь. Преподаванием я занимаюсь примерно 10 лет уже. Единственная цель, которую я преследовал, когда начал преподавать, я просто хотел разобраться в том, что же я вообще делаю, чем же я занимаюсь вообще. Я преподаю, потому что я сам практикую, и мне самому интересно в этом всем разбираться. И все, что я рассказываю, является продуктом моей личной практики. То есть это не книжные знания. Это не просто какая-то гульная теория и философия, а это то, что проверено мной на моем личном опыте. И не только уже теперь мной проверено, но и многими другими людьми, которые проходили обучение и сейчас продолжают получать позитивные результаты. Таких людей уже, наверное, больше 1000 человек по всей России. В других странах тоже есть люди, которые практикуют. 3,5 года я практически безвылазно провел в Китае. Жил, учился и работал в Пекине. А на тот момент я уже был преподавателем цигун, то есть у меня уже был опыт и практики, и преподавания. Туда я ездил для того, чтобы учиться медицинскому цигун, так называемому. То есть я хотел научиться, как работать с другими людьми, с пациентами, диагностика, методики лечения различных сложных заболеваний. После 3,5 лет я решил, что мне гораздо интересней быть в России, и здесь у меня гораздо больше возможностей развивать свои знания, делиться своими знаниями, своим опытом, потому что когда у тебя что-то есть, что-то, что может быть полезно для других, мне кажется, это преступление. Не давать, не рассказывать, не делиться, держать все в тайне и так далее. Когда я буду рассказывать вам все вот эти методики, упражнения, теории и так далее, вы не услышите ничего мистического. Никакого слова об эзотерике и о чем-то вот таком подобном, непонятном и так далее. Почему? Потому что, к сожалению, там, где нет понимания, там и рождается туман мистики. Да? Мы с вами будем заниматься таким образом, я буду подавать материал таким образом, чтобы вот этих пустот непонимания не было в принципе, чтобы не было необходимости затыкать дыры мистикой. Да? То есть мистика — это просто один из способов объяснить то, что ты не понимаешь. Да? А мы с вами будем понимать. Я буду с вами разговаривать современным языком. Почему это важная особенность? Потому что если вы, может быть, еще не встречались с преподавателями вот из этой сферы, скажем так, из сферы каких-то древних методик и так далее, то, как правило, если вы попадете к такому преподавателю, вы увидите много терминов непонятных, много слов, которые вообще из другой культуры. Представьте, если бы к вам пришел человек и начал бы с вами на старославянском разговаривать. Я думаю, что процентов больше 50 вы бы не поняли, да? То есть вы бы гадали, интересно, а что он имеет в виду?
Интересно, вот это слово надо посмотреть в интернете, что же оно обозначает. О, здесь еще куча интерпретаций этого слова и так далее. И получается, что вместо того, чтобы ты эффективно развивался, да, ты тратишь свое время, драгоценное время своей жизни, свое драгоценное внимание тратишь на расшифровку. И еще не факт, что удастся расшифровать и что результаты будут для тебя положительными. Поэтому мы с вами сразу говорим на современном языке. Моя главная идея, чтобы был результат у вас, а не бла-бла-бла. Вот это очень важно. Моя главная задача сегодня, как преподавателя, донести до вас, помочь вам понять, что многочисленные древние методики саморазвития, многочисленные древние методики самооздоровления, а может быть даже и бессмертия, поэтому мы тоже сегодня будем говорить, в них нет ничего волшебного. Они очень прагматичны на самом деле, если понимать, о чем они говорят. И я надеюсь, что сегодня вы поймете, насколько все на самом деле не сложно, а просто. Все, что нужно для вашего здоровья, для вашего развития, уже есть в вас. Абсолютно все. То есть... Когда мы говорим о практике каких-то упражнений, мы не говорим, что мы будем привносить что-то в себя новое. Мы просто будем учиться пользоваться тем, что уже у нас есть. Когда мы говорим с вами о цигун, когда мы говорим о методиках саморазвития, мы говорим о том, что прежде всего вы учитесь пользоваться тем потенциалом, который скрыт в вас, который в вас естественным образом есть. Причем потенциал, который есть в каждом человеке. Это не удел талантливых людей, это не удел избранных. Это не значит, что вот у меня получится, а у вас у всех не получится. Это значит, что все люди одинаковы. Да? То есть у нас у всех абсолютно одинаковый потенциал. Это как люди приходят, маленькие дети в школу, и хотят научиться читать. Да? И им не говорят, что вот слушай, у тебя получится, ты вот будешь читать, а у вас, ребята, ничего не получится, извините уж. Давайте в другой раз, не к нам, да, у вас будет безнадежный случай. Вы слишком уже старые, да, или слишком молодые. Нет, дети приходят, и абсолютно все учатся читать. Кто-то чуть медленнее, кто-то чуть быстрее, кто-то где-то ошибается, но при этом читают все. И с развитием внутренних возможностей та же самая история. Потенциал у всех равный, и любой человек в любом возрасте может этому научиться. Мы будем обсуждать технику безопасности, мы перейдем к основным упражнениям, и я расскажу, что есть, что собой представляют психические состояния наши, в каких состояниях человек пребывает, в каких он может научиться пребывать, и какое состояние является эталонным. Потому что на самом деле самое главное, что вам может дать практика цигун, это способность управлять вашими психическими состояниями. Есть семинары, которые ты проходишь, и потом не знаешь, думаешь, нафиг я их прошел вообще? Зачем я свое время на это потратил? А есть семинары, которые прошел, и понимаешь, что да, я буду этим пользоваться всю жизнь. Вот это как раз такие семинары.